Привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. Сегодня я покажу вам всю мою коллекцию кукол Ever After High. Вся моя коллекция составляет 10 кукол. Итак, давайте же начнем. Куклы стоят у меня так, как они у меня появились. Первая кукла – это Apple White, дочка Белоснежки с коллекции День Наследия. Потом базовая Эшлин, дочка Золушки. Хантер Хансман, Мэдлин, дочка сумасшедшего шляпника, базовая. Базовая Рейвен Квин, дочка злой королевы. Бриар Бьюти, дочка спящей красавицы. Еще одна Apple White, только она базовая. Потом у меня есть кроватка от Apple White. Потом у меня есть Сид Купит, базовая, дочка богини любви. Потом дочка красной шапочки, Серис Худ. И Блонди Локс, дочка в златовласке. Моя самая любимая кукла – это Блонди Локс. И на этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!